Правительство Италии утвердило правила, предусматривающие ограничение роста цен на авиабилеты. Правила относятся к внутренним полетам между островами и континентальной частью страны. Правительство Италии запретит авиакомпаниям повышать цены более чем на 200% от средней стоимости рейсов. В данный момент не ясно, как будет устанавливаться средняя стоимость. Правительство Италии решилось на такой шаг, так как цена на билеты авиакомпаний на оба итальянских острова резко возросли. Решение еще не окончательно. Его еще должна рассмотреть Палата депутатов Италии, и на принятие решения будет 2 месяца.